Понял. Значит, Китай вот для меня это идеальная площадка для мифологии. Я знаю пару-тройку русских продюсеров, при этом из первой десятки, которые дают огромное количество интервью об успехах их артистов в Китае, которые там собирают клубы, там, стадионы, концертные площадки. Поскольку в Китае там периодически разная политика на тему интернета и социальных сетей, проверять подобные вещи крайне сложно. И вот если бы я какие-то мифы придумывал, значит, у меня бы обязательно было Китай, у меня бы обязательно было на 20-25 лет вперед. И вроде как это звучит масштабно, что это будет на самом деле, это для меня Китай ничем не отличается сейчас от Атлантиды. То есть один полузабытый, полупотерянный материк, другой только в один самолет и летает, а второй, видимо, скоро будут делать маршруты подводных лодок. Москва-Атлантида. Поэтому отличный плацдарм для мифологии.